К 2022 году численность населения Якутии должна достигнуть 1 миллиона человек. ВВП региона должно возрасти до 1 миллиона рублей на душу населения. Эти и другие показатели определены в указе главы Якутии о праздновании столетия образования Якутской ССР. Документ увидел свет в 2013 году. А сегодня в столице республики прошел брифинг по вопросам подготовки к празднованию юбилея. Участие в нем приняла заместитель министра экономики Якутии Майя Данилова. Строительство ключевых объектов – это строительство мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска, это строительство IT-парка, Всемирного центра «Мамонта», конгресс-холла, онкологического диспансера. Да, вот эти вот объекты, по этим объектам есть уже понимание и в продвижении в переговорах с инвесторами, и есть понимание, значит, в подготовке проектно-сметной документации для того, чтобы объекты, в принципе, были готовы к 2022 году.